Так получилось то, что я работал в автосалоне, продавал автомобили, но работал менеджером. В 2014 году случился кризис, очень большое сокращение как штата, так и заработной платы. Нужно было что-то думать, какие-то другие работы выискивать. Пришла идея в голову, точнее попался человек, который болел всем этим, сильно родил этим, и потихонечку рассказал, показал, как все это устроено, как эта кухня выглядит, вся эта сапожная кухня. Подумали, взвесили, посчитали, сколько нужно денег, какое нужно оборудование, слетали на обучение в Питер, слетали на обучение в Москву. Потихонечку и открыли небольшую студию на улице Энгельс. Сфера такая очень волшебная, если уместно. И каждый второй у нас любитель, так сказать, выпить, прогулять. Все. Дисциплина – это была, наверное, самая большая проблема в постройке бизнеса именно в этой сфере. Да, конечно, займы потребовались. Тут очень, на самом деле, сложно. Я, наверное, не буду озвучивать сумму стартового капитала, потому что она на сегодняшний день мне считается неадекватной, потому что я знаю, как сегодня построить ту же самую. Мы открыли не один филиал, и вот филиал по второй, который открывался, он стоил чуть ли не в половину дешевле, нежели первый. Поэтому тут будет немножко глупо. Я озвучу просто большую цифру, она на самом деле меньше. Да, здесь очень сложно сказать. От миллиона рублей и выше. И, по-первых, я находился в покрасочной. Супруга у меня находилась на приемке, на ресепшене. Я, соответственно, с ней консультировался по поводу цвета. Для меня было прям сложно. Вот. Со временем мы взяли одного молодого человека к нам в помощники по покраске. Покрасил, получилось. Потом взяли еще одного молодого человека. Потом еще одного молодого человека. Вот. И я стал немножко разрываться между организационными какими-то моментами, между мастерской. Вот. У меня бывает, находит настроение, я сейчас сажусь и что-нибудь там могу сделать. Были плохие ботинки, стали хорошие. Это же тот эффект, который ты получаешь в течение суток. Вот это, наверное, самое быстрое, что может происходить. Многие, допустим, не знаю, красят автомобиль, приехал, разбит автомобиль. Чтобы автомобиль стал заново как новенький, нужно немножко времени, неделя, а то и больше. А с башмаками немножко проще. Человек пришел, видно, плохие, царапаны, грязь какая-то. Вот. Одно средство, одна технология, другая технология. И ты получаешь результат. И думаешь, как классно, так можно было. Быстрый эффект раз. И второй момент, то, что этот эффект, он оставляет теплые какие-то эмоции не только мне, но и ребятам, кто работает, и клиентам. Соответственно, приходишь на работу, мастер убегает, Саш, получилось, якует и тащит пару. Казалось, два здоровых мужика радуются башмакам каким-то, а то и не всегда мужским еще. Первый получается 15-й год, второй 16-й год, в 17-м мы сделали перерыв, потом открыли в 18-м году. Получается, в 20-м открыли горки. Но в 19-м, собственно, мы открыли самый такой интересный профиль нашего дела. Мы открыли обувной магазин, собственно, где мы сейчас находимся. Мы открываем тогда, когда накопили. В кубышку складывай. Может, накопили, может быть, посчитали. Вроде накопили. Начинаем искать помещение. Нашли помещение, побежали. Ровно та же самая ситуация, собственно, с магазином. Средний ценник в районе 15. Поэтому этот вопрос, а почему там так дорого, он есть, мы с ним легко работаем, но множество людей приходят, берут руки и вопросы такого не задают. Они говорят, классно прям все. Больше всего, я считаю, наверное, нам эффект дал все-таки Инстаграм, все-таки социальные сети. Откуда мы еще берем клиентов? Мы начали нашу обувь развозить по тем местам, где появляются мужчины. Куда мужчины ходят? В барбершопы ходят, в бары ходят. В барах, наверное, не актуально башмаки ставить, поэтому в бары мы не ставили башмаки. В барбершопах поставили. И я познакомился, собственно, когда произошло открытие у нас магазина, я познакомился с портным, один, наверное, из самых ярких портных в городе Челябинске, с Артемом. Артем шьет костюмы, классические, сорочки всевозможные, пальто. Бинго, почему нет? Почему бы нам башмаки наши не поставить у Артема, почему бы, собственно, как-то бы не закомбинировать? Прикольно. Мы приехали, поставили несколько пар обуви, бах, приходит клиент с костюмом. Я от Артема, у Артема купил костюм, хочу башмаки. Круто, работает. Посидели, кофе попили, поболтали. Он говорит, так почему бы нам как-то не закомбинироваться? Потому что круто, когда человек приходит в одно место. Не с костюмом потом несется в какое-то другое место примерять.
посидели, подумали, ну давай, давай попробуем, может быть, все объединить в рамках одного помещения. В 2015 году я пришел к тому, что в Челябинске не хватает именно формата правильной одежды, формата именно индивидуального пошива как такового. И вот пришла идея, что можно этим заняться. Но на тот период времени я не думал, что я этим буду заниматься. Я больше это расценивал как бизнес, как таковой, да, и больше строил все на формате, что я буду привлекать к нам гостей, а, грубо говоря, кто уже занимался этим делом, там, шил для кого-то одежду, уже будет работать с клиентом. Но по истечению определенного, там, буквально месяца 3-4, я понял, что это неправильно, это не то. И уровень услуг, который бы хотелось предоставить нашим гостям, да, он не соответствовал. После этого было принято решение, что я просто поехал на фабрику, обучился портновскому делу, получил сертификаты и начал принимать гостей уже сам лично. И с тех пор, вот уже 3,5 года, как шью для челябинских мужчин костюмы. Была студия в Челябинск-Сити, в бизнес-центре. То есть формат, как Александр говорил, да, формат такой полузакрытый. Вообще идея изначально, когда я это создавал, это был некий формат джентльменского клуба. Это не афишированное какое-то место, это больше когда передавалось из уста в уста, да, и, соответственно, люди просто-напросто по сарафанному радио приходили. Так оно и было, да, то есть и есть на сегодняшний день. В студии я занимаюсь снятием мерк, я занимаюсь постройкой лекала, то есть учитывая все изменения и те параметры, которые мы выбираем с клиентом, именно какие будут там пуговицы, формат самого костюма, какая будет технология пошива, какие будут каждый из элементов, которые вообще есть в изделии, он полностью прорабатывается. Это все я делаю здесь. Я сотрудничаю с французской фабрикой Formance, то есть пошив мы осуществляем в Европе. Туда я, по сути, отправляю техзадания и тем самым выполняем пошив именно там. Настолько лаконично бизнесы соединились, что мы как будто все время, как будто изначально так и планировали, что у нас будет и костюм, и обувь, и человек приходит сюда и говорит: ребят, так классно, почему я раньше про вас не знал, почему такого вот мужского уголка, почему вы сильно о себе не кричите. Мы вроде и кричим одновременно, но одновременно как-то на шепотом, потому что массовость — это не особо массовый бизнес, не особо, как сказать, это не Зара, где нужно, чтобы выстраивалась очередь. Мы больше, значит, за такую часть приватность, то, что у нас есть 2 дня в неделю, понедельник, вторник, мы работаем исключительно по записи, мы не работаем на входящий трафик, у нас закрываются все возможные рольставни, потому что есть люди, которые, ну, не хотят поездить по магазинам. Вот они приехал, там приехал стилист, приехал какой-нибудь человек вместе со стилистом, они подобрали несколько пар обуви, купили. И лишний класс нет, все спокойно, все, как говорится, удобно, и мы считаем это наш плюс, вот эта вот немассовость. Хотя немассовость и коммерция, они так немножко в разные стороны расходятся.